вечер у экрана собирается страна. Здесь такие развлечения, здесь такая глубина. Настроение у народа, вот задача из задач для ток-шоу и сериалов, музыкальных передач. Если ты сейчас смеешься, если весел в полный рост, значит, есть высокий смысл зажигания новых звезд. Значит, нас канал любимый не напрасно отбирал. Мы не зря сюда попали. Я попал. И ты попал. Слушай, круто ты попал. Круто ты попал на ТВ. Ты звезда. Ты звезда, давай народ порази. Круто ты попал на ТВ. Ты звезда. Ты звезда, давай народ удиви. На ТВ. Ты звезда. Мы пока еще не звезды, но уже не фонари. Симпатичные снаружи, но упрямые внутри. Будем гнуться на танцполе, обуздаем микрофон. Очень тяжек труд артиста, позабудь покой и сон. Никакой приватной жизни, все на людях, на виду. Но не думай, дорогая, я тебя не подведу. Что фанатки для фанаток, я всего лишь идеал. Потому что мы попали, я попал. И ты попал. Круто ты попал на ТВ. Ты звезда. Ты звезда, давай народ порази. Круто ты попал на ТВ. Ты звезда. Ты звезда, давай народ удиви. На ТВ. Ты звезда. А теперь не для народа, мама лично для тебя. Правда, все у нас в порядке, кормят вкусно и любя. Но, конечно, ближе к ночи мы немного устаем. Но зато как затанцуем, но зато как запоем. Передай привет ребятам, пусть болеют за меня. Звезды очень быстро гаснут, если им не дать огня. Велика страна Россия, первый выбрал нас канал. Поддержите нас сегодня, я попал. И ты попал. Круто ты попал на ТВ. Ты звезда. Ты звезда, давай народ порази. Круто ты попал на ТВ. Ты звезда. Ты звезда, давай народ удиви. На ТВ. Ты звезда. Когда песня «Круто ты попал на ТВ» исполнялась 16 голосами. Сегодня этих голосов только 6. Но я все равно приветствую вас на «Фабрике звезд» Первого канала в прямом эфире. Вы знаете, вот этот вот... Эта реденькая кучка артистов на сцене – это отнюдь не удручающее зрелище. Это зрелище возвышенно-патетическое, потому что этих людей мало, но они борются и борются до последнего, борются со всем. С правилами нашего проекта, с обстоятельствами, которые неумолимы, и каждый раз их становится на одного меньше. Давайте-ка я представлю вам этих смельчаков. Итак, Полина Гагарина, Москва! Елена Терлеева, Новый Уренгой! Мария Ржевская, Москва. Ну вот и... Очень быстро сегодня мы к номинантам перешли. Буквально трое на трое. Номинированные и не номинированные. И так вот, номинированные. Юля Савичева, Москва. Христиан Леник, Сочи. И Елена Темникова, Омск. Хотя, конечно же, когда я говорю, что народа на фабрике осталось мало, я слегка лукавлю, потому что «Фабрика звезд» — это вся наша страна, все телезрители Первого канала, которые, не жалея сил, времени, пальцев и голоса, звонят нам и пытаются спасти любимого полуфабриката, несмотря на то, что финал проекта близок. Сегодня им как никогда нужна ваша поддержка. Если вы хотели спасти Юлю Савичеву, то вы звонили по телефону 8 809 505 8001. Если Кристиана Лениха, то 8 809 505 8002. Если Лену Темникову, то 8 809 505 8003. Несмотря на то, что ребята, которые живут в звездном доме, уже не мыслят,
Никакого другого мира, кроме их собственного маленького фабричного, другой мир существует. И в нем существует город Санкт-Петербург, которому в этом году исполнилось 300 лет. 300 лет Санкт-Петербургу! Поздравляем! Это означает, что в 1703 году царь Петр Алексеевич I, уважаемый нами за некоторый демократизм, сказал, здесь будет город заложен. Правда, не все обрадовались, когда он так сказал, и говорили, что, мол, что это за город? С одной стороны море, с другой горе, с третьей мох, с четвертой ох. Не всем понравилось, но город, тем не менее, 300 лет уже существует. А каких людей этот город воспитал? Ну, в политике понятно. А в культуре? Ну вот пускай питерцы про свой город и рассказывают. Михаил Боярский! Города, где порою не видно зари, где за крышами спрятана даль. По весне, словно добрые духи земли, прорастают цветы сквозь асфальт. От того, что загадка какая-то есть, земле у любой красоты, от того, что родился и вырос я здесь, я люблю городские цветы. Городские цветы, городские цветы, вот опять я кричу вам сквозь грохот и дым. Городские цветы навсегда завладели вы сердцем моим. Городские цветы навсегда завладели вы сердцем моим. В час, когда фонари в фиолетовой мгле сидят свет над ночной мостовой, снятся сны им о влажной весенней земле, о долинах, заросших травой. Может быть, как никто, понимаю я вас, потому что, устав на бегу, проклинал этот город я тысячу раз, но покинуть вовек не смогу. Городские цветы, городские цветы, вот опять я кричу вам сквозь грохот беды. Городские цветы, городские цветы, навсегда завладели вы сердцем моим. Городские цветы, навсегда завладели вы сердцем моим. Куда он денется? Так назывался кинофильм, в котором как раз и звучала песня «Городские цветы». А я попрошу коренного петербуржца Михаила Сергеевича Боярского присесть ко мне, поговорить о вашем родном городе. Нам, москвичам, интересно. Вот что за 300 лет жизни Санкт-Петербурга придумано там значительного? Три самых значительных питерских явления, на ваш взгляд, Михаил Сергеевич. За все 300 лет ответить не могу. На моем веку первое впечатление – это первый концерт Чайковского в исполнении Ивана Клиберна в Петербурге. Второе. Касается музыки только. Это концерт Высоцкого в Санкт-Петербурге.
и приезд сэра Пола Маккартни, который был недавно в Питере. Между прочим, сэр Пол к нам тоже заезжал, так что от Питера до Москвы, как что говорится, вот так вот, все у нас хорошо. Вы знаете, Михаил Сергеевич, я надеюсь, что ваши юные земляки, которые сейчас появятся на этой сцене, они не опозорят гордое звание санкт-петербуржца. Это сделать невозможно. Кто бы там ни жил, Питер, он и есть Питер. Опа, но мне нечего возразить здесь. Кстати, у мальчиков большие перспективы. Один из них учился в Академии культуры, другой в архитектурно-строительном университете. Сейчас они работают в группе «Отпетые мошенники», так что нормальные ребята. Что за лодка, ты чего хороша? Каждый в городе знает, нам не нужно объяснять, где пивка, а где покрепки, где шашлык покупать. Ведь веселое сознание облегчает понимание, а милиция родная нас избавит от страданий. Вся страна знает, это не заразно. Чупа-чуп, хоккей с мячом, чупа, как смешно. Вся страна знает, это не заразно. Черт, так как сплошная тяга. Заразна, это не заразно. Но постепенно понимаешь, что ты город засоряя. Вот президент, а вот гуляет народ. Нам уже 300 лет, никто не курит, не пьет. По свежему асфальту быстро едем на салют. Вот фонтанка, вот литейная красота и уют. А метро не закрыто, даже ночью хорошо. Мы на Невском погуляем, мы куда-нибудь еще. На концерт, на дискотеку, может, на теплоход. 300 Питер отмечает, веселится народ. Вся хора знает, это не заразно. Чупа-чуп, как есть мечом, чуп, так как спешно. Вся хора знает, это не заразно. Подход дают, надо брать, oh, от остальных не отступать. Вся хора знает, это не заразно. Чупа-чуп, как есть мечом, чуп, так как спешно. Вся хора знает, это не заразно. Но постепенно понимаешь, что ты. Чупа-чуп, как и с мячом. Всяко разно, всяко разно, это не заразно. Чупа-чуп, как и с мячом. Чуп, так как страшно тяг. Чупа-чуп. Yeah.
ребята, не подкачали? Это очень похоже на петербуржцев, очень похоже. А вот что по поводу чего почем хоккей с мячом, мне кажется, вы слукавили, забыли еще одну очень важную питерскую вещь. «Зенит» называется, вы же болельщик. Да, мы глобалисты, даже можем проиграть 7-1. Мы можем, мы способны на большие поступки. Ой, не надо, наболевшим не надо. А вот, кстати, о «всяко разно». Если хотите узнать «всяко разно» о «Фабрике звезд», дамы и господа телезрители, добро пожаловать на сайт Первого канала. Там про нас все, несмотря на то, что осталось нам работать совсем немного, нам по-прежнему есть что вам показать. Звезд 2 на первом. Как вы знаете, наш канал активно поддерживает празднование 300-летия Санкт-Петербурга. Специальные выпуски очень многих наших программ снимались в Питере и о Питере. Мы тоже не остались в стороне. У нас сегодня тоже очень много песен, связанных с этим. Вообще некоторые, даже очень многие художники пытаются самовыразиться за счет великого города. Ну вот, например, Юрий Шевчук, правда, очень метко заметил про Санкт-Петербург. Отпрыск России на мать непохожий, бледный, худой, евроглазый прохожий. По-моему, отлично. Когда говорят о Петербурге Достоевского, о Петербурге Пушкина, о Петербурге Гоголя, это я понимаю. Но еще никто и никогда, кроме меня, пожалуй, сегодня, не говорил о Петербурге Газманова. Но я говорю, Олег Газманов! Здравствуй, Питер, я снова вернулся из болота печали и грусти. Я вернулся к дворцам и каналам, развернулся навстречу судьбе. Белой ночью по улицам сонным буду шляться опять как бездомный и смотреть, как дома вдоль каналов протекают по белой воде. Здравствуй, Питер, вдоль улиц шагая, словно пеструю книгу листаю, и с разбега внезапно бросаюсь в разведенные руки мостов. А я смеюсь и летит, кувыркаясь, эхо смеха от стен отражаясь, переулок пустынных и гулких, разогнав петербургских котов. Здравствуй, Питер, здравствуй, город, ты мне дорог, очень дорог, но разводят мосты, я боюсь не успеть белой бабочкой в белую ночь улететь. Легким вздохом балтийского ветра еле-еле качаются ели, мне не спится в горячей постели. Ночь не выдержать мне одному. В лунном свете, кружась и сверкая, нас закружит листва золотая. И под грохот бродячих трамваев я покрепче тебя обниму. Переулки, соборы, аптеки, синагога, мечи, дискотеки продолжают Петрово творенье, продолжают вращение планет. Под гудящие струны проспекта я пою, и внезапно взлетая вижу все города, понимая, что нигде равных Питеру нет. Здравствуй, Питер, здравствуй, город, ты мне дорог, очень дорог, но разводят мосты, я боюсь не успеть белой бабочкой в белую ночь улететь. Здравствуй, Питер, здравствуй, город, ты мне дорог, очень дорог, но разводят мосты, я боюсь не успеть белой бабочкой в ночь улететь. Елена Темникова и Олег Газманов. Да, я поняла, что полуфабрикантов уже можно не представлять. Они у нас преимущественно все участвуют в номерах. Спасибо, Олег! А Питеру можно только позавидовать. Как город похорошел в связи с тем,
тем, что отмечает его 300-летие. Стал красивый, чистый, светлый. И вот, я надеюсь, закончится фабрика, и поедем мы все в Санкт-Петербург отдыхать. Там, наверное, встретимся. Некоторые с концертами туда поедут. А я хочу представить педагогов фабрики «Звезд 2». Музыкальный продюсер Максим Фадеев! Секция вокала открывается Владимиром Коробко. И поддерживается Мариной Леоновой. Актерское мастерство Герман Седаков. Сценическая речь Валерия Ковальзон. Психолог фабрики Лия Чикаверия. Стилист полуфабрикатов Никита Нагибин. И, по-моему, единственный выходец из Санкт-Петербурга Егор Дружинин. Я имею в виду единственный из педагогов. Это называется «Город родной, Питер, я твой». И, конечно же, директор фабрики Лина Арифуллина. Знаете, сейчас в «Звездном доме» на нашей фабрике состояние артистов примерно такое же, как у выпускников. До выпуска осталось очень мало времени, поэтому можно обсуждать педагогов просто в открытую и совершенно не бояться, что им что-то за это будет. Ну так давайте обсудим педагогов. Ну, господи, поехали! А Лия самый спокойный человек, потому что она психолог. Она очень успокаивает тебя, когда напряжен, не можешь собраться. Что бы ты сказала, ребята? Она нас внимательно выслушивает. Конечно, за все за это время мы ее тоже заставляли понервничать. Я думаю, что пришел черед поговорить о ваших родителях. Лия очень хорошая, добрая мама. Мама, первое слово мне просто. Вот она лечит нас. Мы такие сумасшедшие, она нас лечит. С вами было хорошо. Я навсегда делать так. Растеклась по венам. Марина Леонова. Неплохо. Самый терпеливый педагог. Отлично. Потому что она с нами столько натерпелась. Мы все поем не так, как нужно. Она все нас терпит все это в себе. Вот это уже не ждать. О, кстати, хороший звук сейчас был. Фирменный. Могу там где-то что-то неправильно петь. Просто слушай внимательно. Больше как бы внутренним слухом, чем внешним. Где-то ноту неправильно брать. Вот она это слушает очень внимательно. Потом исправляет именно вот так каждый раз по новому кругу. А еще я знаю, что ее любит Володя Коробко. Вот это очень важно. Вы не представляете, сколько глубокого смысла заложено в последнем замечании. Ох, не представляете. Нечего сказать о наших педагогах, ребятам, кроме хорошего. Да, да, просто они у нас самые лучшие. Особенно грех жаловаться Полине Гагариной. Ее педагоги полюбили. Не без оснований. Девушка трудолюбивая, талантливая, усидчивая. Но, правда, за все 3 месяца работы «Фабрики звезд» Полина впервые удостоилась сольного номера. Подарок от Максима Фадеева Полине Гагариной. Время убегает быстро от меня. Стрелки изменяют мир вокруг себя. Подожди меня, где-то будем вместе я и ты. Лето бережет тепло моей мечты. Останусь там, там. Где ты веришь, что я могу сказать то слово? Где ты любишь, и упаду туда я снова? Где ты веришь, что я могу сказать то слово? Любишь и упадут.
вместе тень. Подожди меня, знаю, будем вместе я и ты. Небо нам подарит все свои цветы. Останусь там, там. Финального гала-концерта. Спасибо. Полина Гагарина. По-моему, она к гала-концерту уже готова. Скажите, пожалуйста, а вам не жалко «Звездный дом»? В нем и сейчас слишком просторно, потому что очень много места, всего 6 человек в нем живет. А ведь когда все уйдут, «Звездный дом» совсем опустеет. Ребята соберут чемоданы, поедут, наверное, в тур, будут давать концерты, а дом будет стоять одинокий, а они будут говорить про него. Да, друзья, а вот это же ведь был мой дом. Мой дом. Моим любимым и самым уютным местом стала моя кровать. Я ее обустроила всеми возможными уютными вещами, поставила цветы, фотографии всех моих родных. И это место, в котором я действительно отдыхаю и душой, и телом. В доме мне больше всего нравится студия, где мы записываемся, потому что там все время сидит Макс. Мне очень с ними весело и классно. Мне нравится сам процесс, интересный очень, но я стараюсь Максу не мешать. Мое любимое место в доме – это комната, где звонят. Вот. Почему так? Потому что там я могу уединиться, подумать о чем-то, попить, вот, и, естественно, поговорить с своими близкими. Больше всего мне нравится проводить время в танцевальном зале. Я, в принципе, бывший спортсмен, и как-то мне это ближе всего. Частенько я там бываю один, я там задумываюсь о всяких вещах, я там пытаюсь заниматься хореографией. Я обожаю танцевать, я обожаю, когда приходит Егор Дружинин, мы начинаем заниматься, и я очень люблю импровизировать. Просто включать музыку, оставаться одна, наедине с собой и просто танцевать. Давайте я вам танец поставлю. Да, боюсь, что некоторых из «Звездного дома» уж скоро не выгонишь никак. Так там и останутся жить. А мы же ведь празднуем 300-летие еще одного большого дома, многих талантливых людей. 300 лет Санкт-Петербургу, еще одну талантливую уроженку этого прекрасного города. Ирину Понаровскую я приглашаю на эту сцену для того, чтобы спеть с Леной Терлеевой. Если любишь, то прости. Надо лишних фраз. Не умею я просить, и не буду в этот раз. Все непросто, знаю я. Корна твой ответ. Может, хуже нет меня умной, но и лучше тоже нет. Ты
друга вновь найдем. Займет свое достойное место в хит-параде лучших номеров этого отчетного концерта в следующую пятницу. А пока давайте ознакомимся с хит-парадом номеров прошлого отчетного концерта. Итак, я представляю хит-парад «Фабрики звезд». И на третьем месте Маша Ржевская с ее хитом «А не помню каким». Блики на окошках, воробей за крошкой, мы глотками мерим наше время. На мой взгляд, она вела себя раскованно и сделала, можно сказать, то, что она почти не делала до этого. Да, конечно, сложно, но еще возможно. Сердце прошептало. А была классная атмосфера, так и Франция. Наверное, в следующей жизни, когда я стану кошкой, на-на-на-на. На второе место я бы поставила Лену Терлееву с ее сольным номером. Лена Терлеева с сольной песней. Она была просто супер. Откровенно горят солнце, плечи и взгляд вокруг. Лена Терлеева была открытием того концерта. Она бомба была. Нам, нам небо откроет, а не там, там остановит дыхание. Все, все просто за этой крайней грани. А на первое место я бы поставила номер с глюкозой невесты, потому что мне очень понравилось настроение в номере. Был супер. Глюкоза с восхитительной идеей насчет множества глюкоз, которые пели все вместе. Полночь уже и почти никого, я знаю, точно придет, ожидаю его. Это было настоящее шоу, мне очень понравилось.
от того, что их было много, непонятно, эта интрига вокруг этого проекта очень интересна, и наши девчонки выглядели очень достойно. Я буду вместо, вместо, вместо нее, твоя невеста, честно, честно я ее. Я буду вместо, вместо, вместо нее, твоя. Да уж, что и говорить, номер действительно был мощный. Никто этой глюкозы никогда вживую в глаза не видел, за редкими человеческими исключениями. На нашем финальном гала-концерте в спорткомплексе «Олимпийский» мы увидим живую настоящую глюкозу, но увидят только те, кто туда придет. Ну и потом зрители Первого канала, когда мы им это покажем. Ну а если честно, этот номер отражает печальную ситуацию половую в «Звездном доме». Одни девушки и один на всю эту тусовку Кристиан Лених. Мы попытались исправить каким-то образом ситуацию, сделав легкое впрыскивание тестостерона в «Звездный дом», пригласили туда группу «Премьер-министр». Ребята там жили некоторое время, но не выдержали, видимо. Тогда мы решили пойти еще дальше, пригласить Надежду Бабкину и группу «Мужики». Вот чего нам так не хватает на «Фабрике звезд». Облетает с них вся красота, а любви чарующие грезы пропадают раз и навсегда. Так пусть все говорят, что это напрасно брови хмурит. А чего так глаза глядишь? Чувствам неответных не разбудишь и красивым словом не пленишь. Так пусть все говорят, что это ложь. Я хочу любить и наслаждаться. Если сердце просит увлечения, надо поскорее волю дать. Без любви не жизнь, одно мучение. Я хочу любить и наслаждаться. Всегда белеет на висках, гаснут огоньки твои глаза. Нас с тобой никто не понимает, а луна по-прежнему сияет.
по-прежнему сияет. Да, и без всяких инструментов спели. Когда мужики на сцене, инструмент не нужен. Зато как девчонки наши фабричные сразу расцвели. Юлия Савичева, Ирина Темникова пели вместе с Надеждой Бабкиной. Спасибо, друзья. А я хочу обратиться к телезрителю. У вас есть шансы круто попасть на два наших главных концерта. Первое. Финальный гала-концерт «Фабрики звезд 2», который состоится 11 июня в спорткомплексе «Олимпийский». Вы можете туда попасть, если позвоните по телефону. Внимание! Да, а вот когда в понедельник дверь «Звездного дома» раскрылась, и на пороге появились четыре атлетически сложенных красавца-мужчины и сказали: «Здравствуйте, мы у вас здесь поживем немножко, девочки». Наши девочки сказали: «Да-да, конечно!» Не поверили, но тем не менее, так оно и было. Группа «Премьер-министр», спасибо вам, что вы неделю были на «Фабрике звезд» Первого канала. Кое-чему вы здесь научились. Поехали! Тебя рядом нет. Предательским выстрелом из-за угла хлопнула дверь и как оборвала мелодию на полуслове. Ты ушла, ушла, как радиоволна. Мир цветной стал черно-белый. Ты ушла, ждал тебя одну, я слушал тишину. Каждый звук, каждый шаг. Жаль, что-то сложилось не так. Мое сердце громко в тишине стучит. Или все это шум помех ночи? Обычный шум помех в эфире. Ты ушла, ушла, как радиоволна. Мир цветной стал черно-белый. Ты ушла, ушла, как радиоволна. Но кому какое дело? Чанышев и Питер Джейсон.
Хотите честно, мне так нелегко с вами расставаться, но еще более нелегко делать это нашим ребятам. Яночка, у нас здесь маленький сюрприз для наших уже любимых людей. Если сейчас это все быстро произойдет, под бурные аплодисменты! Вперед! Мы просто на самом деле очень счастливы и рады, что попали и в вашу замечательную компанию, и в вашу замечательную компанию. Все замечательные люди, и мы вас очень полюбили. Спасибо всем и вам за то, что были с нами. Пусть это будет банально, но на самом деле от всего сердца, девчоночки, Надь, держи букетик. От всего сердца мы с вами побыли, действительно, с вами очень приятно. Вы нам как семья, честно, от всего сердца. Спасибо вам огромное. Мы вас любим. Трогательное расставание полуфабрикатов, группы «Премьер-министр» и будущих артистов «Фабрики звезд». Хочу напомнить вам. Пока, любимые. Надеемся, что увидимся на финальном гала-концерте. А пока хочу напомнить вам, что спонсор нашей программы – косметика «Мия». «Мия» создана специально для молодой кожи. Ну а наша программа, по крайней мере, пятничное шоу, создана специально для того, чтобы смотреть на то, чему научились наши артисты за все время жизни на «Фабрике звезд». Именно это мы увидим после рекламы на Первом. Я говорю вам спасибо, что вы с нами в прямом эфире Первого канала на предпоследнем отчетном концерте проекта «Фабрика звезд 2». Группа «Премьер-министр» ушла от нас, правда, подарила всем девчонкам на прощание цветы в качестве такой светло-розовой памяти о себе. Я бы с радостью оставила «Премьер-министра» в доме, но есть одно правило, их нельзя номинировать, потому что они не участники проекта, а номинанты у нас свои, и кто-то один из тех, кто сейчас будет здесь петь, уйдет в конце программы с «Фабрики звезд 2». Жалко, потому что уходить в конце не очень приятно. Юлия Савичева, я понимаю, тебе нелегко. Ты уже много раз номинировалась. Наверное, не страшно. Дорогая фабрика, я не прощаюсь с тобой. Я говорю тебе до свидания. Я буду помнить тебя всегда и рассказывать детям. Может быть, и они лет так через 5 станут участниками юбилейного проекта «Фабрики звезд 50». Как ты будешь жить без меня, моя любимая фабрика? Не знаю, но точно знаю, что в твоем сердце есть маленький уголочек, имя которому Юля Савич. Целую и обнимаю тебя, моя любимая фабрика. Такие письма записаны на всякий случай. На случай вдруг, если действительно придется уйти. Записал их каждый из номинантов. Ну а Юля Савичева первая будет петь сольно. Юля Савичева. Можно руками
непоколебима. Да, здесь, на «Фабрике звезд», понимаешь, что рок не как музыкальный стиль, а как судьба. Рок тяжел. Вроде артист состоялся, человек талантливый. А что с ним будет дальше? Вот в этом-то и есть основная интрига. Вот такая же интрига заверчена вокруг нашего следующего номинанта. Кристиан Лених. Если я уйду с фабрики, я бы очень хотел, чтобы вы, мои дорогие девочки, не грустили и не переживали по этому поводу. Что касается меня, то я как только покину вас, сразу же включу телевизор и буду болеть, переживать за каждую из вас. За весь этот срок я очень к вам привязался и горжусь тем, что судьба свела именно с вами. Хочу выразить огромное спасибо всем преподавателям, которые пытались раскрыть во мне то, что я сам не смог бы раскрыть в себе, наверное, никогда. Крис, я ничего не знаю о будущем, да и ты ничего не знаешь о будущем, но постарайся жить этим моментом как последним, на всякий случай, мало ли что. Кристиан Лених, выложись, покажи, кто ты есть! Ветер, метла, мокрый асфальт, подметает. Дерево, цвет, яркий ветра. Зажигай солнце, зажигай небо, я ловлю осень на губах снега. Зажигай солнце, зажигай небо, я ловлю осень на губах снега. Чей-то портрет под ногами. Были вдвоем, но навсегда опоздали. Зажигай солнце, зажигай небо, я ловлю осень на губах снега. Зажигай солнце, зажигай небо, я ловлю осень на губах снега. Зажигай солнце, зажигай небо, я ловлю осень на губах снега. Зажигай солнце, зажигай небо, я ловлю осень на губах снега. Кристиан Лених, «Фабрика звезд», Сочи. Вы заметили?
заметили, что в последнее время номинанты у нас исполняют преимущественно сольные номера, потому что наш музыкальный продюсер Максим Фадеев ищет в них индивидуальности. Эту индивидуальность зовут Крис Лених. Следующую номинантскую индивидуальность зовут Елена Темникова, Омск. Что будет, если я уйду из дома? А почему вообще кто-то решил, что я уйду отсюда? Лично я в этом не уверена. Впрочем, если поверить фантастику, то будет следующее. Во-первых, еще меньше придется готовить еды. Ну а Крису придется развлекать сегодня лишь 4 девочек. Я же, выйдя из звездного дома, окажусь в совершенно новом мире. Я бы его назвала миром после фабрики звезд. Впрочем, я вовсе не хочу уходить отсюда. И значит, фабрика звезд Лена Темникова — это единое целое, и я остаюсь. Елена Темникова, артистка-оптимистка. Но раз уж мы ищем себе личности, индивидуальности, то вот сама и пой, Леночка. Сольный номер Елены Темниковой. Беги, дальше всех.
ребятами не нужно никуда бежать и лететь. Они, наверное, хотят просто тихо сидеть, чтобы остаться на «Фабрике звезд». Елена Темникова! А я еще раз хочу напомнить вам телефон, по которому вы можете заказать билеты на наш финальный гала-концерт в спорткомплексе «Олимпийский» 11 числа. Телефон запоминайте 782-88-48. После небольшого перерыва на Первом канале с кем-то мне придется, и вам придется, всем придется распрощаться. Но «Фабрика звезд» все равно ожидает вас. До встречи через небольшой перерыв. Просто... Ну, просто хочется напомнить вам всем, дорогие телезрители, что вы, я, мы все в прямом эфире Первого канала на «Фабрике звезд 2». И вот кого вы сейчас спасли, а мы уже давно закончили подсчитывать ваши голоса, тому я и вручу подарок от Мии. Итак, кого же спасли телезрители? Ну и кого? Ого! Косметика Мия приготовила для Лены Темниковой подарок. Набор великолепной косметики. Мия создана специально для комплексного ухода за молодой кожей. На! Это я тебя спасаю, потому что тебе сейчас нужно что-то говорить. Вот ты собралась с мыслями, и теперь вперед говори. Я сделала все, что могла. Низкий вам поклон всем. Спасибо зрителям. Низкий поклон Максу и его команде. Отдельно всем спасибо, преподавателю Лене Рифульной. Всем спасибо большое, не знаю. Никого не забыл. Я очень рада. Спасибо, что вы меня оставили еще раз, дали мне еще шанс. Спасибо. Спасибо телезрителям за активное голосование. 45%. Это действительно много. Но то, что будет происходить сейчас на Первом, я вообще даже не знаю, как обозвать. Всего 3 человека имеют право голоса. Наша передача, которая всю жизнь была демократическая. В общем, демократия вырождается в олигархию какую-то. Но, тем не менее, команда голосует. Ничего не могу здесь поделать. Выбирайте, команда. Елена Терлеева, первая. Кому ты отдашь свою звездочку? Ребята очень талантливые. На самом деле, я тут плакала даже. Вот. Ну, я дам эту звезду Юле. Звезда Лены Терлеевой переходит Юле Савичевой. Поцелуй Крису Лейнику. Странно было бы, если бы наоборот. Полина Гагарина. Ты всегда меня просишь, чтобы я тебя первой не вызывала. Вот видишь, я сдержала обещание. Второй вызвала. Как это называется? Ну разве же это выборы? Ну где же плюрализм? Мария Ржевская, от тебя сейчас все зависит. Вот на прошлой программе от тебя тоже все зависело. Ребята, вы моя семья, но мне приходится делать выбор, к сожалению, как это ни печально. Мне очень тяжело, но я отдаю медаль Юле. Значит, Юлия Савичева остается на «Фабрике звезд». Юле, как и всем остальным ребятам, нашим будущим артистам, осталось жить на «Фабрике» ровно один отчетный концерт и один финальный гала-концерт. Но, Крис Леник, ты посмотри, как ты хорош собой. Бабочки, такой артист. Поэтому я за тебя совершенно спокойно. Да и ты, как я погляжу, как лев, держишься молодцом. Наконец-то мне дали сказать пару слов. Спасибо, Яна. И это все. Девочки, я хочу сказать вам, не дай бог, я увижу, что вы за меня переживаете, я вам напишу такое письмо. Но на самом деле для меня выйти сейчас, это ничего не значит. Самое главное — победить в жизни. Не везет в картах, повезет в любви. Не повезло на «Фабрике», повезет в жизни. А я считаю, что тебе все равно очень повезло. Кристиан Леник! Друзья мои, мы близимся к финалу, а вы вместе с нами. До встречи на Первом. Пока! Зажигай небо, я ловлю осень. На губах снега, зажигай солнце. Зажигай небо, я ловлю осень на губах снега. Буквы газет.
вдвоем, но навсегда.